Павлины – одно из моих последних творений, которое украшает лестничный марш в новом доме в Москве. Клиентка прислала мне понравившийся сюжет с пожеланием воплотить его в рельефе. Не увидев в этом рисунке реалистичности и гармоничной композиции, я тактично попросил разработать визуализацию на свое усмотрение, сохранив суть сюжета и пожелания клиентки. В итоге перед заказчицей появился сложный выбор из двух вариантов, которые прошли отборочное состязание. Сделав непростой выбор, было принято решение создать всю работу в мастерской и после доставки и монтажа оформить как отдельное панно с красивым обрамлением. Изначально работа планировалась в цветном исполнении, но побоявшись сделать из нее детскую раскраску, остановились на сдержанной тонировке. Даже не знаю, был бы актуален цвет в такой работе. Итог проекта превзошел все ожидания клиентки. Помимо достойной оплаты, меня одарили очаровательной улыбкой, восторженными эмоциями и даже угостили безумно вкусным вином собственного производства. Ну разве я не счастливейший человек?